Наталье Алексеевне Минаевой было всего 3 годика, когда фашисты взяли Ленинград в блокадное кольцо. Сама она ничего не помнит, да и в семье о том времени говорить было не принято. Принимая из рук главы Ленинского района Валерия Венцеля памятный знак в честь 75-летия освобождения Ленинграда, учрежденного правительством Санкт-Петербурга, она вспомнила однажды прочитанную книгу Даниила Гранина, в которой были описаны малоизвестные эпизоды того трагического периода. Как нельзя забыть его выступление в Бундестаге, когда у всех членов Бундестага, мне кажется, волосы дыбом стояли, а кровь вообще застывала от живых жилах, когда он просто говорил не какие-то, ну, приводил данные, которых никто не знал. Блокада Ленинграда – это почти 900 дней ужаса, когда миллионный город умирал от голода. Но даже тогда героический Ленинград трудился для нужд фронта. Выпускали танки, снаряды. Сложно представить, каких усилий стоило родителям нынешних ветеранов сделать так, чтобы их дети выжили. Из живущих в настоящее время в Ленинском районе блокадников самому старшему в то время было 14, а самому младшему не было и года. Их детство было уничтожено войной, голодом, смертью близких. Валерий Венцель в своей речи, обращенной к ветеранам, отметил, что современное поколение гордится ими, как примером мужества и стойкости. Мы никогда не забудем о тех страшных годах. Мы всегда с благодарностью будем относиться к вам за то, что вы своим подвигом, я считаю, это подвиг, пройти вот это испытание, показываете нам, какими нужно быть истинными патриотами своей страны. Сегодня в районе живет 14 человек, которые во время Великой Отечественной войны пережили блокаду Ленинграда. 10 из них ведут активную жизнь, общаются с другими ветеранами, ходят в школы, рассказывая юному поколению о своем взрослом детстве. Маргарита Васильевна Фролова, председатель общества ветеранов-блокадников, старается сделать так, чтобы проблемы каждого были услышаны и решены, а также, чтобы каждый получил положенные выплаты к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Это средства из бюджета Ленинградской области, регионального правительства Подмосковья и районного бюджета. С начала февраля мы начнем этим заниматься. Кто не сможет, дойдем обязательно домой. Кто сможет, значит, будем собирать документы в нормальном режиме, в рабочем режиме. В завершении встречи всем предложили сделать общую фотографию на память. Татьяна Брылова, Владимир Бежунов, Елена Кошелева. Видное ТВ.